5500 рублей из кассы могут стоить свободы 34-летней сыктывкарки. 20 ноября в полицию обратился представитель торговой организации с заявлением о краже дневной выручки. Предприниматель сразу указал на свою новую сотрудницу. По его словам, в день пропажи денег она самовольно покинула место работы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Запись камеры видеонаблюдения помогла раскрыть преступление. Была установлена личность подозреваемой, девушка 85-го года рождения, которая устроилась в данную организацию всего лишь на один день и, воспользовавшись моментом, когда в торговой точке кроме нее никого не было, из кассы похитила данные денежные средства свободным доступом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг ее близких, знакомых и друзей, у одного из которых и была задержана и обнаружена данная гражданка. Появление оперативников в квартире друга стало для женщины неприятным сюрпризом. Вину она признала сразу. Деньги потратила на продукты и спиртное. Оказалось, недавно за хранение наркотиков суд назначил фигурантке 8 лет реального лишения свободы. Однако 7-летний ребенок, которого, по сути, воспитывает бабушка, позволил матери-одиночке получить отсрочку от исполнения приговора. Впрочем, на путь исправления она так и не встала. Вскоре фигурантка вновь предстанет перед Фемидой за кражу в магазине. В этот раз избежать отправки в колонию ей вряд ли удастся.